Привет! В 2018 году мы были в Турции в отеле 5 звезд. Ну, как обычно, это бывает у большинства. Но тогда, отдыхая в этом отеле, мы поняли, что мы хотим в этой стране не отдыхать. Мы хотим в Турции пожить. Обалдеть, я просто беру аж 5 паспортов и начинаю покупать билеты. Все, оплата ушла. И вот 2021 год, мы покупаем билеты и улетаем. Мы решили, что полетим в Анталию, а там дальше будет видно. Перед вылетом мы забронировали жилье, сгоняли в Краснодаре, сдали тесты и в путь. Мне все равно, какой будет у тебя, я в Турции, лечу. Да, забыл сказать, вылетали мы из Краснодара. Покупать авиабилеты мы рекомендуем через приложение iSales. Здесь вы найдете самые доступные по цене билеты и выберете подходящий для вас рейс. Удобное приложение, фильтры, сортировка. Все это по ссылочке в описании. Welcome, Турция. Переехав в Турцию, мы столкнулись с рядом вопросов, на которые не знаем ответы. Мы совершили очень много ошибок, соответственно, и потеряли достаточно денег, потому что не знали ответ на эти вопросы. И когда мы начали там жить, начали все узнавать и поняли, что для людей, которые хотят приехать в новую страну, очень важна книжечка, в которой будет все прописано. Мы такую создали. Мы там указали, как заказывать и где заказывать трансфер, где арендовать, через кого арендовать, на каких пабликах сидят русскоязычная аудитория, как снимать жилье у турков, где покупать продукты, где покупать ту или иную бытовую технику, если вы привыкли жить в каком-то большом городе. Также мы рассказали там секреты, связанные с такси. Куча всего, и также мы там указали много достопримечательностей. Эту книжку вы можете смело купить и отправиться в Турцию. Если вы уже там находитесь, то она вам тоже не помешает. Цена нашего гайда всего лишь 990 рублей. Для того, чтобы приобрести, напишите либо мне, либо Насеньке в социальные сети. Приобретайте, изучайте, и хорошо вам обосноваться в новой стране. С собой мы решили взять только 100 баксов. Остальные деньги были на карте. По прилету решили поменять деньги в аэропорту. И поняли, что это не лучшая затея. А если даете 200 долларов и меняете на лиры, то прикиньте, 1 доллар 9 лир получите. Ну да, это курс завышенный. Ну а далее? Чемодан, такси. Все, короче, мы утрамбовываемся. Такси 15 долларов будет стоить. Разговор через переводчик. Можно ли с вашего номера телефона позвонить ему и спросить точный адрес? Встречи. Блин, как круто, вот нас человек встретил, везет нас чемодан. И заселение. Фу, слушайте, мы заселились. Куда поехать жить? В Анталию или в Аланию? Это самый актуальный вопрос, который ставят перед собой абсолютно все. Мы не исключение. Поэтому мы пожили и в Анталии, и в Алании. Об этих городах и будем говорить. Изначально хочу сказать, что это совершенно два разных города. Прилететь вы можете как в Анталию, так и в Аланию. Мы прилетали в Анталию, так просто было дешевле. Поэтому первый город нашей жизни в Турции была
Анталия. И мы в Турции, в Анталии проводим непонятно сколько времени, и сколько времени проведем тоже непонятно. Если вы хотите приехать в Турцию и жить в русскоязычном районе, там, где очень много русских, и вы не хотите ловить какой-то дискомфорт. И он вообще не понимает меня, я, естественно, его тоже не понимаю. Что-то мне говорит, и я ему что-то говорю. То и в Анталии, и в Алании есть такие районы. Там почти нет турков, там везде русский говор. Там живут русские, украинцы, казахи, киргизы, в общем, все СНГ. Ну, как говорится, за встречу. Да-да-да-да-да. Мы пошли, пожалуй, экстремальным путем, потому что у нас трое деток, грудничок самый младший, и мы решили не жить в русскоязычном районе. Мы решили не снимать квартиру у своих соотечественников, а сняли квартиру в турецком районе, в турецком доме у турка. You can buy this market or there's a traffic lamp, big traffic lamp. Мы заселились. Это действительно по-настоящему крутой хозяин, потому что он так все рассказал. Вот как из лайфхаков, если что-то не понимаете, можно типа Google переводчики там с русского на турецкий, с турецкого на русский. Блин, мы такие вымотанные. Он, короче, доставал каждую мелочь нам и показывал, что и как вот это при нас он все собрал для Мирона, чтобы сразу можно было играть. Я его спросил про балконы. Он сказал, что это очень безопасное место. Вот. У нас вот такие балконы, друзья. Вот такой вот вид. Здесь живут, видимо, тоже люди прикольные. Значит, будем, возможно, общаться. Почему мы так сделали? Все просто. Мы хотели прочувствовать Турцию с точки зрения их народа, их культуры. Район, в котором мы жили, называется Мурат-Паша. Район очень большой. Мы жили недалеко от пляжа Лара и совсем недалеко от Дюдинского водопада. Охренеть! Посмотрите, какая красотища! Обалдеть! Это и сверху, и из скал как-то бьет вода. Вот это кайф! Заведения, которые находились недалеко от нашего дома, все были турецкие. Никто нас не понимал, русский никто не знал. Мы, короче, зашли в ресторан, который возле дома. Нам принесли меню. Меню состоит из одной страницы. Причем здесь все написано по-турецки. Мы ни хрена не понимаем, как заказывать. Настена, я предоставляю это тебе. Я не знаю, я думала, можно пройти, вот там удобно. Вообще угарно. Слушайте, я не знаю, как вообще работают эти переводчики, но мы друг друга вообще не понимаем. Уже и на английском, уже и на русском, уже и так далее и тому подобное. И вообще ни в какую мы друг друга вообще не можем понять. Нам было очень сложно объяснить им, что мы хотим. Я причем начал по-английскому, типа breakfast, yes. Он такой, минуту, позвал другого. Я у другого говорю, breakfast, yes. Он говорит, минуту. В итоге уходит. Пошел за переводчиком, принес телефон. Иногда приходилось общаться через переводчик. Что касается русских районов в Анталии, то, например, Хурма, Лиман и другие. В этих районах спокойно заселяешься и живешь, как будто у себя дома, только в Турции. Русских, конечно, здесь очень много. Вот мужчина с ребенком подошел, дети знакомились. Вот это тоже русские лежат, это тоже русская семья. И чисто по говору можно всех определить. Вот тоже русские. Мы переезжаем сегодня из Анталии в Аланию. Спустя месяц мы переехали в Аланию. Так, ну что, у нас закрылась дверь, друзья. Мы едем в шикарном Mercedes Vito. В Алании мы выбрали уже русский район. Называется он Махмутлар. После анталийской квартиры, где мы жили, конечно, небо и земля. Так, у нас уже открылась дверь. Мы подъехали и, видимо, мы будем жить вот в этом вот комплексе. Hello.
в Махмутларе мы снимали две квартиры. И что одна квартира, что вторая квартира была с отельным сервисом. То есть к нашим услугам были бассейн, хамам, теннисный корт, гольф-клуб, площадки, аквапарк, сауна и так далее и тому подобное. То есть весь фарш. Первую квартиру мы снимали в Азура-парке. На горе, все красиво, шикарнейший вид из окна на банановые плантации, вид на море. По вечерам очень свежий воздух. Прекраснейший закат сегодня за моей спиной. Великолепно. Плантации банановые. Очень круто. Спустя несколько дней мы оттуда съехали и заселились в комплекс, который называется... Я стал счастливым обладателем квартиры. Называется жилой комплекс My Marine. Буквально 300 метров от моря. Эти все дома нашего жилого комплекса. Здесь у нас открывается вид на горы. Это тоже наш жилой комплекс, только другой корпус. Здесь же сауна, бассейн и хамам в этом корпусе. И есть теннисный корт. Здесь же вот тренажерный зал. То есть в этом комплексе жилом есть, в принципе, все, что и было в Азура Парк. Кстати, здесь вот, если смотреть вот на горы, вот видно полностью Азура Парк. И вот наш корпус, где мы жили. Вон. Да, Родион, не зря рыба. Родион, ну-ка сюда, плыви ко мне. Да, вот так жить вообще с кайфом, когда ты просто берешь, приходишь, в басике поплавал, и никаких абонементов, ничего. Сейчас мы поплавали немножко, а сейчас пойдем в сауну, погреемся, Тёмка подмерз. Вот, а потом снова в бассейн. Красота! Фу, сидим с пацанами. Я даже на второй полке. Мальчишки на первом. Мне кажется, это что-то прекрасное. Фух, напарились, нахамамились, наплавались. Если в Азуре было не совсем удобно добираться до моря, то в Май-Марине мы просто выходили и постоянно ходили к морю. Постоянно провожали закаты. Так что на самом деле, куда вам переехать и какой вам город выбрать, Анталия или Алания, решайте самостоятельно. Но оба города подходят для того, чтобы русский человек чувствовал себя максимально комфортно. Это достаточно важный вопрос, тем более если у вас есть дети. Этим вопросом нужно заняться, находясь еще дома. Кстати, вот как лайфхак, если вы, например, не делаете у себя дома, а делаете, вот как мы по приезду, то страховка начинает действовать только на 5-й день. То есть вот сегодня какое? 14-е число, вот видите, и она будет действовать только с 19-го. Настенька заполняет бумаги. Нам повезло, конечно, в кавычках, и мы заболели всей известной болезнью. Если бы тогда у нас не оказалось страховки, то мы бы влетели на колоссальные деньги, так как лично у меня пошло воспаление на легкие. Короче, мы ждем, когда с Москвы придет подтверждение на томографию, что нам сделают здесь ее бесплатно. В итоге сейчас уже даже звонили в страховую, час где-то полтора уже ждем, и только он мне по телефону говорит: во-во, я вижу запрос, сейчас будем типа обрабатывать. Жесть. Если нужно обращаться по мелочи, сделать, например, анализ, либо обратиться к стоматологу, то это можешь сделать в любой частной клинике. И стоит это примерно таких же денег, как, например, в той же Москве в частной клинике. Если вы в Турцию приехали не на машине, то, скорее всего, вам понадобится автомобиль. Есть несколько путей передвижения по Турции. Первый – это трансфер. Второй – это такси. И третий – автомобильный прокат. А теперь по порядку. Когда мы только прилетели и вышли из аэропорта Анталии, нам сразу подходили люди и предлагали трансфер за какие-то колоссальные деньги. Еще и в евро. $15 – это меньше, чем... $25. Прикиньте, крутая математика. Пожив там, мы познакомились с людьми, которые нам дали номер телефона трансфера по нормальным, адекватным ценам. Контакт его мы оставили в гайде. Из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт, либо при переезде из города в город, например, как это было у нас из Анталии в Аланию, лучше, конечно, заказывать трансфер. Это гораздо удобнее, плюс вам подают прекрасную машину Mercedes.
Все, отпускаем мы водителя, вот мы ехали на таком Мерси. Мы же, когда прилетели, воспользовались не трансфером, а такси. Но тогда мы не знали, как оно здесь работает. Дали сейчас 100 баксов, сейчас рассчитываемся и идем заселяться. Как оказалось, это самый удобный вид транспорта для передвижения по Турции, ну, по крайней мере, по Анталии и Алании. Кто-то скажет, что удобнее наших приложений ничего не существует. Я вам скажу, что существует. Это банка на каждом столбе и дереве в городах Анталии и Алании. И вот тут вот есть вот такая штучка. Такси. Сейчас мы ее нажмем. И посмотрим, через сколько за нами приедут. Прошла вот буквально одна минута. И вот подъезжает машина, и скорее всего это за нами. Нас 5 человек, и ни разу нам не сказали, что мы вас не повезем. Нам ни разу не сказали, что нужны кресла. Но у них это нормально. Как совет, короче, друзья, если вы едете в Турцию и передвигаете такси, лучше всегда самой иметь лиры. Он нам поменял, как бы получается, что 1 доллар – это 10 лир. Это слишком завышенный курс. Так что в передвижении по Анталии и по Алании мы не испытали никакого дискомфорта. Это было гораздо удобнее, чем своя машина. Но, по крайней мере, мы не искали парковки и не ломали голову насчет бензина, а он там, кстати, не дешевый. Единственный раз было неудобно, когда мы решили съездить в Каппадокию. И тут мы подходим к третьему пункту. Это прокат автомобилей. Так как это был декабрь, то найти машину на зимней резине было невозможно. Собственно, и не получилось. Учтите, что зимой ездить в Каппадокию нужно только на зимней резине. В противном случае вас могут остановить, выписать штраф и даже конфисковать автомобиль на штрафстоянку. Если же вы планируете арендовать машину зимой и двигаться по Анталийскому побережью, то, конечно, без проблем. Прокатов там огромное количество. Если вы привыкли в России покупать продукты в таких магазинах, как, например, Пятерочка, то в Турции есть альтернатива. Называется... Магазин Мигрос, это тот же, короче, как его, типа Ашан. Где Магнит, Пятерка, что-то типа того. Так, смотрите, беру, значит, этот чай. Стоит 13 лир. Так, я беру вот такую воду. Стоит она 5-70 лир. Их здесь огромное количество. Есть маленькие, есть экспресс, есть большие, есть вообще огромные. При первом посещении рекомендую завести дисконтную карту. Я еще купил все-таки карточку Мигроса. Этого магазина он мне объяснил, как зарегистрировать. Примерно то же самое, как карта Магнита. Ценники, конечно, разные. Что-то стоит дороже, чем у нас в России. Что-то стоит дешевле, чем у нас в России. В целом, по качеству продукции гораздо лучше, чем у нас. Также мы узнали, что в Турции есть рынки выходного дня. 2 раза в неделю был рынок у нас в Анталии возле дома. Вот мы уже и попали с вами на рынок. Это он отсюда начинается, прям с улицы. В Алании в Махмутларе тоже был рынок 2 раза в неделю, вторник и субботу. Здесь в Махмутларе 2 рынка, субботний и вторничный. Вот сегодня вторник, идем на вторничный. Вообще, главное отличие этого рынка от Анталии, это то, что здесь цены пишут как в лирах, так и в евро. И еще в долларах, да. То есть, если в Анталии мы ходили вот прям в местном районе, таком турецком, там все в лирах, там, ну, даже и по-русски-то никто не говорил, нам было даже сложно покупать еду там. А здесь вот... Цены на фрукты и овощи в Турции на рынках гораздо-гораздо дешевле, чем у нас в России. Сейчас вам все покажу. А вы в комментариях напишите, сколько по деньгам у вас бы вышел вот такой набор. 2 коробки фиников, петрушка, киви, морковь, помидоры, клубника, бананы, авокадо, цветная капуста, мандарины, ножки, это голень, да, куриная, редиска. Вот это вот все вышло на 250 лир, если округлить. Заказали 4 пиде, пацанам сырную, Насеньке фарш и яйцо, мне просто мясную. Посмотрим, сейчас чуть позже покажу. И заказали, значит, 4 чая, самый дешевый чай, который когда бы мы либо покупали, по 3 лиры за чай. Что касается ресторанов и кафе, то здесь огромный выбор разных кухонь, где вы можете попробовать еду практически на любой вкус любой страны. Нам было принципиально погрузиться в турецкую культуру, поэтому мы кушали исключительно в турецких заведениях
исключительно турецкие блюда. Пару раз мы заходили в нетурецкие заведения, так сказать, где в одном мы кушали русско-грузинскую еду. Они у пацанов, они безумно вкусные, вот как домашние, прям чисто мясо, так и вот пюрешечка. Нам приятного аппетита, будем кушать. Мы решили прогуляться до вот этого ресторана с русским так называемым меню. Вот. Ну, по крайней мере, в меню много чего есть русского. Здесь все так красиво все подсвечивается. Единственный минус этого заведения, что играет живая музыка. Я не против живой музыки, но она здесь не то, что играет, они здесь прям орут в этот микрофон. Как вы поняли, с едой здесь вообще нет никаких проблем. Кстати, обязательно рекомендую в Турции попробовать турецкий завтрак. Это просто отвал башки. Нам принесли завтрак. Сейчас будем вам показывать. Это просто какой-то нереально огромнейший поднос. Гляньте, как это выглядит. О, вот так вот. Вообще красота. Приглашаю вас вместе с нами пошопиться. Что касается шопинга в Турции, то здесь также все невероятно просто. Здесь есть огромное количество больших торговых центров, есть бренды одежды, которые мы привыкли видеть, а также местные бренды. Скажу честно, мы в Турции шопились постоянно и из магазина выходили с огромными пакетами, потому что одежда там дешевая. Наше утро началось, не поверите, чего. Опять свайкики. Мы решили здесь все выкупить. Два пакета опять затарили. Ну, невозможно здесь не покупать. Вроде лира-то подросла, но тем не менее, за все вот это у нас вышло 1000 лир. Это 6000 рублей на по сегодняшнему курсу. Нам даже пришлось купить дополнительный чемодан, чтобы все новые вещи у нас влезли. Я решил доехать до торгового центра и заранее сделать себе подарок на день рождения, купить себе камеру. Также в Турции я покупал новую камеру GoPro 10, на которую снято достаточно много кадров из Турции. Тогда по курсу я купил гораздо дешевле, чем она продавалась в России на старте продаж. Yes! Я купил себе последнюю GoPro. Больших магазинов с техникой там тоже очень много. Я рад до безумия, на самом деле, вроде такая какая-то мелочь, а меня порадовало. Порадовало то, что я теперь понял, как работает маркетплейс. В Турции понял, что заказывать можно, просто надо делать что-то первый раз, а тут сплошные вопросы. Ну, плюс это другие страны, как говорится, язык непонятен, для чего вообще непонятно, как решать вопрос. Слава богу, все хорошо. Также в Турции есть сервисы, которыми мы привыкли пользоваться здесь, в России, для заказа чего-либо, либо аренды чего-либо, либо для поиска каких-либо услуг. Об этих приложениях и сервисах мы также рассказали в гайде более подробно. Как я уже говорил ранее, у нас трое детей. Одного можно смело отправлять уже в школу, второго в садик, а третий еще на груди, еще пока маленький. Конечно, нам многие задавали вопрос, мол, а как со школой в Турции? И знаете, мне удалось побывать в школе. Мы приехали, значит, в школу. Вот она, видите, International School. Это не местная школа, это школа интернациональная. Классный класс, русскоговорящие учителя. Также есть у них английский язык и турецкий язык, которые преподают непосредственно носители языка. Также на территории этой школы есть садик, что очень удобно. Не нужно отвозить ребенка в школу, за ним приезжает автобус и сам отвозит. И также возвращает домой. Это стоит дополнительных денег, но совсем копейки. Так что если вы планируете, чтобы ваши дети ходили в школу либо в садик офлайн, то поверьте, в Турции, в Алании у вас не возникнет никаких сложностей. Завершая выпуск, хочу вам рассказать одну историю, которая с нами приключилась. Как-то раз мы гуляли по набережной в Махмутларе, и я прям там забыл свой портфель, и мы ушли без него. Спустя только часа полтора я вспомнил, что я его потерял, а там были все документы. Это было в день, когда мы покупали билеты обратно в Россию. Тогда я подумал, что мы не улетим, и подумал, что мне придется связаться с турецкой полицией. Но все сложилось по-другому. Приступил к покупке билетов и вспомнил, что с собой-то паспортов нет. Вот это жесть. Говорю вам про паспорт и вспоминаю, что паспорт у меня в портфеле, а портфель где-то потерял. Охренеть. Бегу срочно в то место, где мы ужинали. Возможно, он там. Сюда вернулся на площадку. Думал, здесь нет. Но, по крайней мере, тут Настина шапка валялась. Жесть, конечно.
Фу, это невозможно, прикиньте. Портфель стоит, его никто не трогал. Охереть. Паспорт. Это просто жесть. Это что-то невероятное. Я, по-моему, второй раз в жизни теряю. Мы прожили в Турции 2 месяца. По закону именно столько можно находиться в Турции без выезда. Мы не стали нарушать закон, собрали вещи, купили билеты и улетели обратно в Россию. В конце выпуска хочется сказать, что если ты адекватный человек, то Турция тебя примет максимально хорошо. Мы лично для себя решили, что обязательно сюда вернемся и поживем здесь год-другой. Возможно, купим недвижимость, потому что очень хотим ее здесь купить. И, возможно, приедем на машине. И пока я монтировал данный фильм, сухопутная граница Россия-Грузия наконец-то открылась. И это значит, что нас ждет долгожданное автопутешествие на машине на Средиземное море. Спасибо, что досмотрели фильм до конца. Я с вами прощаюсь. И напоследок я поставлю вам замечательные природные кадры, которые мне удалось поснимать с дрона в Турции. Пока!